Всем привет, дорогие мои друзья, хорошего вам настроения, с вами Рэй, и мы продолжаем играть в игру Dungeon Boss. Так, что у нас тут, Ревард? Почему-то не берется, да, он? Непонятно почему. А, все, ребят, понял, это виповская фигня. Ладно, нас это не интересует. Что у нас тут в портале? Ага, можем бесплатно призвать. Ну-ка, давайте-ка посмотрим, что нам. Сундук, а в нем... Здорово просто. Две пробирки эликсира, которые, естественно, повышают нам опыт. Ладно, что еще у нас тут есть? Так, ну это понятно, ребят. Это вроде бы донат, если я не ошибаюсь. Кто у меня здесь? Ага, лучница, Shadow Blade и Рагнар. Ну что ж, давайте тогда пойдем с вами дальше проходить уровни. Будем качаться, развиваться. Оставляем такую компанию, она меня вполне устраивает, так что вперед. Лучница и воин, в принципе, все даже зашибись. Тырить, выбежали, кто здесь у нас? Ой, смотрите-ка, два милых грибочка. Опля, не добили, а теперь добили. Гаденыш на голову прям прыгает, а? Ну все, тебе хана, грибок. Сосуночек. Так, кто у нас здесь будет? А, волк и грибок опять. Так, давайте волка убьем. Вот так вот. Ну, а теперь и за грибочек возьмемся. Все, готова шпана. Двигаемся дальше. Так, ага, босс будет в следующий раз. Что такое? Комната сундуков? Слушайте, я не знаю. Давайте наугад. Так, замечательно. Бежим дальше. И у нас босс. И кто же здесь такой? Кстати, у меня сообщение, ребят, написано, что я могу кого-то эволюционировать. Одного из героев. Так, ну что, давайте орка, наверное, завалим для начала, я думаю, да? Вертушечку. Йо-хоу, Рагнар пошел в разнос, блин. Так, волчара сейчас. Раз, два, ого, три. Три укуса делает, гад. Еще этот хламон тут из-под тишка. Давайте его добьем тогда уж. Получил? Получил, говорю тебе. Да выделывался. Ну и, естественно, будем волка добивать. Так, слушай, красотка, держись у меня, не падай. Я думаю, этого будет достаточно, да? Да, отлично. Был снайперский выстрел, и волк сдох. Мы получаем сундук, а в нем... Только лишь билетики и деньги. Жаль, я рассчитывал, что дадут мне какие-нибудь карточки. Опа-на, мы по уровню получили. Это хорошо, это просто замечательно. Что такое, не надо мне ничего, никаких донатов, не буду я это покупать. Даже не предлагайте. Так, Ревард забираем. Ух ты, шестой уровень получили. Замечательно просто. Так, какого-то могу героя улучшить. Хм. Ах, вот оно что. Лучницу. У меня все хватает. Давайте сделаем. Опа-на. Ребята, она у меня уже с капюшончиком. Хе-хе-хе. Так, соответственно, у нее появляется что-то новенькое. О, обилки. Специальная атака. Ага, значит... Выстрел на уворот, я так понимаю, да? Хорошо. Надеюсь, нам пригодится это. Все, больше ничего не могу сделать. По максималочке я развился. Теперь давайте глянем с нашего... А, Рагара. Вот как его звать, ё-моё, я Рагнар. Рагар, конечно же, ребят. Так, забираем. 12 билетиков уже есть, еще 8. И еще один левел она у меня получит. Одно улучшение. Так, ну что, ребятушки, в портале. Только лишь за деньги у нас. Тут виповская фигня. Ну-ка, убедиться. Да, ребята, это чистый донат. Ну что ж, тогда, наверное, давайте-ка улучшим вот здесь вот. А, не могу, ребята. Не хватает, даже очень много чего не хватает. Жаль. Вояка мне, конечно, нужен прокачанный, ребят. Так, ну что, давайте тогда следующую возьмем. Вот здесь вот. Вау. В
вперед из песни, естественно. Рагнар. Главное не забыть, блин, а то Рагнар. Почему его Рагнаром? Не знаю. Оп-оп-оп, они бегут такие довольные, блин. И тут у нас кто? Ага, опять грибочек и орк. Так, орка мы завалим. Да, в принципе, и грибочек тоже это сейчас. С удара. Молодец, кританула. Ну и кто же здесь? Ага, опять орк и гриб. Ух, гриб на разок. Так, давайте добивать этого. Охламонище несчастное. Все, готов. Победа. А тут у нас кто что? Давайте вот это подобьем, потому что это мы забираем сразу себе автоматом. Гриб. А не пошел бы ты куда-нибудь, а? Пока я тебе суп не сделал грибной. Так, молотки. Вот интересно, для чего молотки? Все-таки, мне кажется, для крафта, ребята. Но он откроется еще не скоро. И у нас очередной босс, и это кто? Ух ты, орк. Колдун какой-то, я так понимаю, да? Кого он там призвал? Грибочек свой. Он насмешил, блин. Так, замедление он может кастовать, да? Нам это не надо. Давайте, наверное, вертушку пропишем. Заодно, может быть, грибок успеем добить. Ты смотри. А, нет, грибок добили. Оу. Так, вот, значит, ты молниями решил, да, меня добить? Но не тут-то было, ребят. Вы посмотрите. 315 дамага мы нанесли. Он, естественно, сдох. И что в сундуке? Опачки. Какой-то новенький чувачок у нас будет. Точнее, карточка чувачка. На 3 звезды мы прошли. Замечательно. Суммы. Хм. Двигаемся дальше, естественно. Так, квест выполнен. Получаем реворд. Реворд мы забрали. Что еще? Так, герои. О, обилки надо улучшить, естественно, раз мы получили уровень. Да никуда я не буду никакой патч я брать ваш. Достали, а, в корень. Так, смотрите-ка, еще у нас реворд здесь. Оу. Шикарно. Глядишь, так и Рагнара до второй звезды прокачаем, ребят, да? Поехали на компашку. Сколько здесь интересной миссии, а? Блин, опять будет здесь у нас, ребята, босс-маг. По крайней мере, так показали. Ну, давайте, побежали. Кто нам тут? Грибок и орк. Повторяйтесь, ребятушки, повторяйтесь. Эту школу мы уже проходили. Да-да-да, конечно, акробатик ты мелкий. Будешь знать, как с лучницей шутить, да? Тут у нас карточки. И два орка. А может быть, это гоблины? Наверное, это гоблины, ребят, скорее всего, не орки. Так, добиваем. Отлично. Деревянный сундук. И бежим с вами дальше. И тут у нас трое уже, ага. Гоблин, грибок и желтое яйцо, которое мы подбили. Так, ну грибок мы тоже сейчас разберем. Давай, лучница, молодец. Ух ты, Рагнар кританул. И встречаем мага, ребята. Вот он, гаденыш. Уй-дю-дю-дю-дю-дю-дю, напуга... Ах, ты вот что делаешь. Ну-ка, давайте-ка, ребята, в главного. 336 дамагу. Неплохо, я считаю. Давай, убей всех этих по бокам. Нет, не получилось, к сожалению. Че ты прыгаешь? Опа-на! Два уворота мы сделали с вами. Этот молниями жарит. Может быть, добить его, ребята? Попробуем. Хей, готов. Ну, а этих двух сосунков сейчас убьем моментально. Тюк, готов, хламонище. Деревянный сундук. И здесь опять же деньги, карточки и кристаллы. Но главное, что мы этот уровень прошли. И двигаемся с вами дальше. Так, карточки, яйцо, пробирка опыта.
Что такое? Отличная работа мне пишут, да? Ладно, забираем реворд. Ух ты! Ясмин Блум. Это у нас, ребята, маг? Да, видимо, маг новый появился. Сейчас мы посмотрим это дело повнимательнее. Что это такое у нас в шопе? А, понятно, здесь у нас все за донат. Все за деньги, за реал, да? Нам это не нужно. Так, давайте посмотрим героев. Точно, ребята, смотрите. Ага. Кто-то у нас такая специальная атака. Тир-1. А, хиллер это значит у нас. Будем иметь в виду. Блин, ну как-то хреново, что у меня выбор только лишь из двух. Мне бы хотелось бы, конечно, бы еще кого-нибудь себе поставить. Так, я не знаю, стоит ли тебе прокачивать, а? Вот тебя, наверное, точно надо прокачать. Так, давайте, давайте, ребята. Так, 5-й уровень уже у нее. 6-й и, наверное, будет 7-й. Нет, на 6-м мы остановились. Так, обилочки тоже все, наверное, проапаем. Базовая атака. Так, отлично. И подхил. На 172 будет хилить она. Так, давайте прокачаем тогда наша Ротгара. Все, да? Предел. О, а нет, хватает, хватает, ребята. Денег у нас нормуль. Так, и, наверное, лучницу тогда тоже заодно прапаем маленько. Так, давайте до 6-го уровня прокачаем ее. До полного 6-го. Да, все, я понимаю. Ух ты, давайте, ребята. Так, снайперский выстрел. Да я понял, что мы будем реворд, у нас готов. Так, и вот этот. Ну что, все, в принципе. Все герои прокачаны, кроме Shadow Blade. Надо бы, конечно, его прокачать, но денег мало, пробирок тоже мало у нас осталось. Так, забираем реворд. Ух ты, есть, ребята, мы можем еще раз прапать нашу, как говорится, лучницу. Так, где она у меня? Ведь могу же, точно, апгрейдим, ребята. Ух ты, она у меня получается 3-го уровня уже, да? Ну, я имею в виду... А, нет, 2 звезды. Да, 2 звезды у нее. А у остальных всех по одной. Ё-моё, я представляю, сколько здесь нужно, чтобы прокачать все звездочки. Так, еще реворд получили. Так, ну что, давайте, наверное, испытаем себя. Так, что такое? Ах, смотрите-ка, у нас открывается новая территория. Угу. Ну что же, я не возражаю, давайте вперед. Опачки. И что же я здесь вижу? А вижу то, что у меня открылось 3-я. Да подожди ты, елки-палки. 3-я ячейка для персонажа, ребята. Хе-хе. Ну что, а теперь впору посмотреть, что у нас будет происходить в бою. И кто это вообще такая. Так, значит, нас сейчас 3. Ну, уже как-то более-менее я себя чувствую поуверенней. Начнем с яйца. Отлично. Ну и волчар мы этих, я думаю, легко сейчас разберем. Ну-ка. Ага, вот так ты, значит. Точно, ребята, это маг. Но, по всей видимости, не боевой, а хилящий. Саппорт, одним словом. Так, ну что, продвигаемся дальше. И у нас следующая волна. А потом будет босс. Опять 2 вшивых волка. Выкусили свое. Так, ну давайте посмотрим, что это у нас за скилл такой. Ну да, ребята, как я вам и говорил, это подхил. 76 всем, причем она делает хил. И это хорошо. Так, и у нас должен быть, по идее, да, босс. Тырить. И куда мы прибежали? На гору. Террагор. Охо. Вот это да. Это типа какого-то оборотня, что ли. На-ка, выкуси. Ну давайте вертушку ему, что ли, пропишем для начала, да?
197. Нанесли ему дамага, а магичка у меня 143 наносит. Так, лучница, сколько ты ему сейчас звезданешь, а? Интересно мне знать. 261 от силы природы. Блин, ну огненный, конечно, шпарит. Огонь на огонь плохо, а вот вода на огонь, это уже хорошо. Ох ты, золотой сундук. Ё-моё, карточка Радгара. Это хорошо. Блин, мне бы его проапать. XP full. Ну я понял, что XP full. Две карточки мы получили. Мне бы ему бы две звезды. А лучше бы в идеале все пять или шесть, сколько их там. Так, портал. И что, мы можем призвать? Да, можем бесплатно, ребята, призывать с вами. И тут у нас кто? Не знаю, для чего вот эти вот ключики нужны, но они периодически к нам выпадают. Так, что у нас здесь? Опять ключик, яйцо, ну, в общем, нормально. Все, больше денег у нас не хватает. Но здесь у нас все. Так, давайте, наверное, ребята, посмотрим, что у нас там по героям. Блин, как-то не смотрится. Давайте Shadow Blade прокачаем полностью, да? Че он у нас как одинокий путник? Ни туда, ни сюда. Ну, давай, 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 давай. Опа, все, максималочка. И обилочки, конечно же. Так, слэш. И теневой удар. Ой, а у меня денег-то, ребята, все, тю-тю. Не смогли мы прокачать его полностью, как я думал. Так, квест. Забираем реварды. Угу, деньжата пошли. Опа, мы получаем с вами 7-й уровень, ребята. Отлично. Что такое? Гильдия. Ага, у нас, ребята, доступны гильдии стали. Так, а где они у нас? Вот. Название. Да ладно, хорошо. Да, не спорю, по-дурацки получилось. Ну, а что поделаешь, если все занято, ребята? Абсолютно все, что бы я ни пробовал. Так, ну ладно. Понеслась. Давайте смотреть, что у нас там ждет дальше. Какие боссы, какие враги. Слушайте, я, по идее, смотрел, там еще должна открыться будет ячейка одна. То есть у нас будет вообще 4 персонажа с нами ходить. Кто тут у нас? Скелетики. Ага, и оборотень маленький. Ну, я вам говорю, огонь на огонь плохо. Вот вода, это хорошо. А это у нас сила природы. То есть, получается, что лучница у меня по силе природы, да? Радгар огонь, а магичка по воде. Так что будем иметь в виду. Так, скелетики оказались какие-то ватные. Ух ты, у нас уже здесь, ребята, аж целых 4 волны плюс босс. Что это такое? Комната сундуков? Ладно, хорошо. Что ты там ржешь, а? Хотя бы деньги достались, и то ладно. Так, горгулька каменная. Ох, елки-палки. Так, надо яйцо разбивать обязательно. Теперь скелетика накажем. Так, магичка, ну-ка давай-ка, наверное, вот этого оборотня. Ну, неплохо, 155 урона. Очень даже хорошо. Ах ты, не добили. Ну, Радгар, давай, бей его. Тюнь. Ах ты, зараза ты такая, скелетовская, а, морда. Все, готов. Так, босяра, да? Ну и кто здесь? Че за босс? Ух ты, смотри-ка. Какой-то рыцарь у нас здесь. Ха-ха. Ну что ж, приступим. Снайперский выстрел. Слушайте, а он крепкий малый будет. Вы посмотрите, почти на пятихатку звезданул. У него даже, ну, четвертинка отнялась. Так, ну, в принципе, он пока ничего не делает. Просто бьет. Ну, давай, отлично. Так, магичка. 52 всего, очень мало. У меня здесь, смотрю, только лучница пока дамажит в данный момент. Готов, охламон. Пум, упал. И денег мало дал, гаденыш, а? Зажал. Деревянный сундук. Ну ладно,
принципе, я доволен, ребят. Главное, что мы его прошли. На 3 звезды причем. Так, реворд вроде бы неплохой. Дали пробирки опыта. Интересно, а куда же нам все-таки вот эти вот ключики, которые мы с вами подобрали, а? А, скорее всего, вот, видите, мое подземелье. Наверное, туда. А они нам пригодятся. Ну что же, давайте начинать следующий бой. И у нас здесь, я так понял, будет босс-маг. Хм, интересно посмотреть. Ой, мало волн, всего лишь 2 волны. Опачки. Так, значит, у нас здесь маг, я смотрю, и оборотень. Давайте посмотрим, вот что это такое. Ага. А, ну они начинают суперударами бить. Тут еще можно и скорость, правда, увеличить, ребят, смотрите. Но я думаю, что пока не будем, да? Так, отлично. Блин, вот эти вот оборотни уже такие довольно серьезные противники. А их сразу не подбить. И потом я в дальнейшем понял, ребята, вот мы когда с вами будем набирать вот эти вот всех героев, да, каждый герой будет относиться к своей стихии. И нам нужно будет подбирать команду для определенных прохождений миссий. Опа, а это еще что за фуфел такой? Йети какой-то, да? Тоже довольно крепкий малый. Опа, опа, рампейдж. Так, ладно, выделаться не будешь у нас тут долго. Пора тебе, наверное, отправляться на тот свет. Ты достал уже, а? Представляете, сейчас он мне еще моего... Нет, не убьет он викинга у меня. Хе-хе. Сдох. Сундук дали нам. Опачки, и нам достается маг. А, ребята, это был не босс маг, а дроп. В дропе мог выпасть маг. Как у нас, в принципе, и получилось. Ага. Карточку какую-то еще одну получили. Так, ну что же. Крафт у нас все еще закрыт. Жаль. А хотелось бы посмотреть, что там можно закрафтить, блин. Так. Ну что, давайте сюда побежим. И дроп здесь у нас какая-то мышка летающая, я так понимаю. В общем, сейчас увидим все это своими глазами. Для начала мы это пройдем подземелье. Так-так-так-так-так, горгулюшку, опа. Кто здесь у нас? Так, 2 оборотня и скелет. Угу. Так, отлично, пока все идет хорошо. Ух ты. Да сдохни ты уже, гад. Нормуль. Идем дальше. Так, опять же у нас тут только 2 волны будет. Так что не будем расстраиваться. А, оборотни. Хотя, на самом деле, это может быть и не оборотни, но черт его знает, как еще назвать. Давай, 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 такой, такой. Опа. Вот попрыгунчики, да, ребят? Все, допрыгался, гаденыш. Ох, как я ему сейчас кританул-то. Просто хорошо. И вот у нас босс. Кто тут у нас? Такой. Покажись. Не стесняйся, Дерек. Оу. Вот это, я так понимаю. Вот это, я так понимаю, темный маг какой-то, видимо. Так, давайте вот, наверное, вот этого. Кто из них тут настоящий? Я фиг его знает. Но я так понимаю, который появился первый. Вот этот, фиолетовый. Все, эй, чпок. Я тебе сейчас шакну, блин. Ага, у него еще и вампиризм. Он похищает жизни, значит, у нас. Ёлки-палки, нифига ты у меня красотуля кританула. Умничка, просто умничка. Лучница здесь дает жару. Так, ну что же, этот маг у нас отдыхает. Сундук вскрываем, смотрим, что достается нам. Да, ребята, карточка летающей мышки. Замечательно. Пока все идет у нас хорошо. Мы проходим с вами на 3 звезды, все уровни практически. Так что это говорит о том, что команда у нас пока нормуль. Так, квест. Опачки. 5 карточек, неплохо. Блин, да когда же у меня мой викинг-то, блин, улучшится, а? Уж пора бы ему, он один из первых героев и почему-то до сих пор с 1 звездой. Это как-то несправедливо. Смотрите, тут у нас
Какой-то демон будет в реварде находиться. Демон и яйцо. Так, погнали. Слушайте, ну, сейчас, в данный момент, да, проходится довольно легко и, так, знаете, не напрягает ничего. То бишь, лайтово, я бы так сказал. Но это пока, в дальнейшем, я думаю, будет все намного хуже. И там уже надо будет действительно думать, как что сделать. О, мышки летающие, вы такие ватные, ё-моё. Особенно, когда в вас стреляет моя лучница. Так, что у нас дальше? Опять мышки здесь? Ага, два оборотня и мышка. Хе, ватная какая-то оказалась. Ну давай, Юми. Нет, нет, не получится у вас ни шиша. Как бы вы это, волки, не хотели бы. Так, а сколько у нас волн-то здесь, я не посмотрел. Ёлки-палки, еще две волны плюс босс. Опа. Слушайте, ну в принципе, да, можно даже включать и автобой. Ну, если ты, конечно, уверен в своей команде, что они пройдут без потерь. Можно иногда пользоваться. И тем более, когда ты фармишь один и тот же уровень ради того, чтобы набить очень много карточек. Кстати, надо будет, наверное, как-то это дело замутить. Так что, ребята, жду комментарий, стоит ли так делать или нет. Просто видите, карточки эти выпадают в некоторых только комнатах. Если бы они везде выпадали, можно было бы этим не заниматься. А так как придется одну комнату раз 10 проходить, чтобы выбить себе карточки, это очень паристое дело. Да и энергия там тратиться будет, а нам она нужна для прохождения основной сюжетной линии. Так, что, очередной маг у нас здесь? Ну, давайте его наказывать. Как обычно. Кританула моя лучница, молодец. Так, давай, викинг. Бомби вертушкой. Так, на 151. Как-то хиленько-то ударил. Ну, Йоми вообще слабовато. Ну, у меня только лучница здесь в данный момент рулит. Вы посмотрите, она какие криты наносит. Да что ты будешь делать? Ты какой-то непотопляемый маг. Все. Да выделывался. Я уже накопил 43 тысячи золотых монет. Вот, ребят, смотрите, какой-то демон у нас с топором. Надо будет потом глянуть, что это за такой монстрик. Эй, игруля, ты чего такое? Блин, зависло, что ли? А, нет, нормально, ребята. Какой-то глюк был непонятный. Я уже думал, зависла игра. Ну, обошлось все. Так, смотрите, мы можем с вами дальше здесь прокачивать своих персонажей. Так, отлично. Денег пока хватает, можно апать. Так, обязательно лучницу. Обязательно. Так, отлично. И тебя, мой маленький викинг. О, ну неужели он у меня, ребята, получает второй ранг? Опа, шлем у него появился. Хе-хе-хе. Отличненько. Вот это я понимаю, вот это вот хорошо. И у него появился крушитель черепов. Угу. Новая обилка, ребят, кстати. Ха-ха. Надо будет обязательно ее протестить, насколько она хороша. Ё-моё. Ну дайте еще 6 карточек на Рогара, чтобы я мог его еще повысить, а? Ну пожалуйста, ну где-нибудь дайте мне. В реварде в каком-то или еще где-нибудь. Так, магическая башня у нас. Миссия, опа, дроп. Здесь у нас какой-то маг будет. Но это, видимо, уже боевой, скорее всего. Как обычно, нужно будет для первого повышения, даже не для первого повышения, для открытия нужно собрать 10 карточек, для повышения 20 и так далее, по возвышению на 10 карточек. То есть очень много. О, смотрите, какой он сильный уже стал. А вот магичка моя, хилерша, как-то отстает. Ладно, не беда. И ее раскачаем. Так... Два мага 5-6 уровня. В общем, ребята, у нас огонь хорошо действует против природы. Вода против огня. Ну-ка давайте-ка протестим.
Да, неудачно получился тест, конечно, потому что у меня ребята здесь уже прокачаны, а тут какая-то вата появилась ни с того ни с сего. Ну, опять два. Значит, водяной, который уже упал, и природа, которая даже вякнуть не успела. Слушайте, смотрите, теперь после каждого боя нам почему-то дают сундуки. Ну что тут за босс? Наверное, опять бы... Ага, ну я так и думал, что маг. Так, и двух своих ползунков здесь призвал. Крушитель черепов. Не, давайте мы вначале вот это сделаем, потому что их здесь много, надо всех уничтожить. Шикарно вышло. Опачки, ребята, а вот это вот называется немота. А вы знаете, что такое немота? Я не могу применять свои обилки. Да ладно! Нифига он звезданул, ребят, вы видели, да? Он просто мою лучницу с удара завалил. Ну, конечно, он сам сдох. А, фу, ну неужели ты воскресла? Молодец. Ну что же, как-то вот так, ребята, у нас все это выходит. В первый раз у меня герой погиб в бою. Ну, рано или поздно все равно надо было этому случиться. Так, что у нас тут? Реварды забираем. Блин, одной карточки не хватает. Ёлки-палки, а, ну как так? В общем, довольно-таки прикольно, ребята. Мне нравится. Если вам нравится, то пишите мне в комментариях, ставьте лайки. Мы будем почаще играть в эту игру. Хотя у нас и так очень много впереди, чего интересного ожидает, поверьте мне. Так. Ну, еще один сундук. А, ключики. Блин, ну, наберем ключиков, потом будем по подземельям ходить. И здесь нам достается кто? Угу, понятно. Ну ладно, дорогие мои друзья, давайте на этой ноте я буду завершать свой выпуск. Вам большое спасибо всем за просмотр. Если вам понравилось, как я уже говорил, то ставьте лайк, пишите мне в комментариях. И мы, наверное, увидимся уже с вами в следующей серии и продолжим играть эту игру. Как раз у нас скоро еще прапаются некоторые герои. Так что все, всем пока, до скорых встреч и удачи вам!